Сейчас поеду в мишленовский ресторан и расскажу вам, какая там кухня. Я в словенском ресторане в Мишлене. Слушайте, это, конечно, мишленовская кухня, она забавная. Во-первых, много хлеба дают, много разного масла. И порции такие малюсенькие. Вот это то, что едим мы на завтрак, там гренки, лук жареный. Ну, вот так вот запечатаны в скорлупе. Вот еще одна подача такая интересная. Слушайте. Гребилка в кофейной чашечке для гумаленькой. С малинкой. Следующая пастера. Следующий у нас будет телятина. Вот еще такая интересная подача. Такой глаз.